Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Вот такие вот у нас пошел второй слой груздей. Такие вот груздики. Целая такая вот семейка груздочков. Свеженькие. Сейчас вот они такие вот хорошие, как раз размер у них для маринования. Такие вот груздочки. Вот еще такой один маленький груздик. И вот какой в листочках еще один хороший такой грусть. Большой. И вот такая вот семейка волнушечек. И вот волнушки. Вот еще какой красавец грусть. И вот дальше здесь тоже можно пройти. Вот еще маленький совсем груздок. Ой, вон там вон какие вот груздочки. Такие вот они такими мостиками растут. И вон там тоже спрятался под листочками. И вон там такие малютки, вон они какие красивучие. Вот какие грузди. Здесь вот два штучки. А здесь еще совсем-совсем небольшенькие такие вот. Для засолки. Очень хорошие грузди. Вот в травке еще. Один, второй. Такие вот груздочки. Вот какой большой подберезовик. Так вот пересохло болото. Листочки уже желтеют. И вот такой вот лес. Здесь тоже вон такие вон большущие, какие кочки. Такие вот кочки. Вот такие красавцы мухоморы нашли. Мимо шли, нашли. Целая полянка. Целая полянка таких мухоморчиков. Такой болотце. Вот по таким бугоркам у нас растут грибы. Это осинник молодой. Вот такие у нас буреломы. Одна береза упала, другая. Все. Выходим. Здесь нет ничего. Сколько осин ветер повалял. Желтеть лес начал. Запыхалась, пока бегала. Он грибник один вылазит с леса.
такие осинки. Уже покраснели листочки. Эта сторона просто зеленая. Чуть-чуть вкрапление желтизны есть. А это такие осинки. Какая осень. Красивая, в разных красках. И зеленая, и какая-то рябиновая, и желтая. Вдалеке вон там шарик. Тоже осинка. Какая осинка. Макушка начала краснеть. Тут желтеет березка. О, зовут уже за грибами. Нашли грибы. Все, идем за грибами. Позвали за грибочками. Вот такие грибочки. Все чистенькие. Где еще ты говоришь? Вот. Надо резать. Сейчас будем резать. И вот нашли такие вот опята молоденькие. Такие хорошенькие. Одну кочечку только нашли. Больше нету. Там уже сверху портится, значит. Засыхать, наверное, что ли? Сейчас срежу я их. Покажи их, кучку. Какие опята. Нынче грибов каких только нет. О, какие красивые. Любуешься даже на них. А это вот какие-то рядовки, мы их не берем. Такие какие-то рядовки. Как не снять такую красоту? Такие мухоморчики. Не пройду мимо. Еще сниму. Столько мухоморчиков. Да какие они красавцы. Такие миленькие. Есть крупненькие. Какой детка. Сидит как детка. А это уже большой. Это мелкушка. Вот нашли такие маленькие гроздочки. Вот такой большой нашли. И здесь вот прям рядом, рядком. Где ты, Леша, еще нам показывал? Забыл уже, потерял.
А, вот он еще. Даже таких малышей нам показал. Нашли еще опенки. Но эти староватые маленько. Сейчас посмотрим, нормальные они или нет. Те были красивее. Те были у нас покрасивее. Эти уже старенькие. Старенькие опенки. Вот еще один. Нашли опенки такие. Но они уже тоже большие. Переросшие. Уже вечер. А мы все по лесу. Все грибы. Поедем еще в одно место, заскочим. И домой. А у грибники и снимаем. Вот такие мелкие нашли, по дороге бежали. А, вот они еще. Ну, это вообще ни о чем. Такие малыши маленькие. А, вот еще. Вот еще. Резочки. Ну, конечно, вон ножик. Ой. Надо резать. Надо резать. Заехали в очередной лес. Вот такое красивое болото. Мох вот такой. Такой мох. Болото кое-где вообще пересохшее. Такая зеленая с листиками полянка. Уже темнеет. Уже темнеет. Забежали. Здесь еще посмотреть. Ну вот, перебрали. Такие вот у нас получился небольшой тазик волнушек. Такие вот грибочки. Где-то побольше. И совсем маленькие вот такие вот волнушечки. Сейчас их замочим. Будем вымачивать. Затем, скорее всего, мариновать. И вот такой вот тазик получился груздей. Тоже их все замочили. На раз перемыли. Такие вот груздочки. Чистенькие. И совсем такие вот прям замечательные, миленькие. Ну, вот такой вот тазик. И замочили их. Будет. Сегодня ночью помокнут, потом воду эту всю сольем, зальем новой водой. Ну, конечно, их надо тут еще придавить, чтобы с них всякая горечь все выходила. Здесь что-то еще ножка нет обрезанная. Такие вот грузди. Это уже второй слой груздей в Новосибирской области. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.